Всем привет! Сегодня у меня будет исполнение вашего желания. Я вам покажу, как я делаю свой макияж. Этот макияж я назвала просто макияж. Ни утренний, ни вечерний, никакой, а просто макияж, как делаю его я. Я не делю это ни на вечерний, ни на утренний. У меня когда есть силы, я делаю макияж, когда нет сил, я его не делаю. Очень часто, когда я снимаю видео, именно этот макияж на мне, и именно таким образом я вырисовываю себе глаза, и вы меня не раз спрашивали, поэтому я решила, что нужно мне вам показать, рассказать. Короче, все на самом деле очень просто и элементарно, так что давайте начнем. Ну что ж, давайте приступим. Итак, первое, как я вам говорила, беру салфетки. Это у нас израильский Life Oil Control. И перед тем, как я наношу макияж, я снимаю очки. И вот так вот, лицо я уже поставила свой крем, дневной крем. И лицо вот так вот, видите, просто промакиваю салфеткой. Убираю весь абсолютно лишний жир. Эти салфетки очень хорошие, они мне безумно нравятся, они действительно очень классно впитывают. Окей, после того, как я убрала все лишнее салфеткой, я беру свою биодерму, свой эту базу под макияж и совсем немножко, как горошинка, да, наношу на лицо, на зону Т. В общем, я начинаю здесь и вот здесь. Как-то так. Оно, знаете, хорошо впитывается, потому что... Просто хорошо впитывается, нет, но на самом деле оно, я не знаю, оно похоже чем-то на силиконовые основы, то есть не основы, а база, оно тоже так быстренько относительно впитывается и засыхает, то есть не нужно после нее не ждать ничего. Вот. Теперь беру консилер от NARS, кремовый консилер, и вы видите, у меня здесь есть разные неровности, по сути моя кожа выглядит в принципе нормально, но у меня еще остались пост... разные пятна, которые с возрастом не проходят так быстро, как они проходили в 15 лет. И поэтому я их замазываю консилером. Так, здесь вы все видите. Просто, видите, наношу. Да, он очень-очень светлый, как я вам и говорила в своем прошлом видео. Из-за того, что он супер-супер светлый, именно поэтому я его наношу перед тональным средством. Если бы это был мой цвет, я бы, наверное, его наносила позже. Беру вот такую вот кисточку Fluffy. Можно взять любую кисточку, которую вы растушевываете тень. В общем, такая какая-нибудь растушевочная кисть или кисть для хайлайтера. И именно ей я... супер-супер аккуратно растушевываю. Смотрите, почти не прикасаясь, я растушевываю. Пятна белые останутся. Сейчас вы все увидите. Видите, вот как-то так. Я здесь еще около носа немножко заношу, раз уже его здесь так много. Я выгляжу, знаете, как это после ветрянки. Только белым штучки. Вы знаете, кстати, что в Израиле нет зеленки? Я не встречала здесь зеленку. Здесь пользуются йодом. Не в тему, но просто так, может быть, кому-то будет интересно. Здесь зеленку вообще не встречала, и когда у людей ветрянка, то пользуются или йодом, или вообще таким бесцветным такой белой штукой. Но зеленкой здесь никто не пользуется. Так. Я, кстати, сейчас волосы немножко у меня не уложены, потому что я только что вышла из душа. Они уже почти высохли, но... У меня, кстати, волосы очень быстро высыхают. У меня волосы буквально высыхают за... полчаса, 40 минут. В общем, как-то так. Видите, все лицо, в принципе, до сих пор в пятнах. И теперь я беру свою любимую основу от Clarins. И сегодня я буду ее наносить кистью, потому что я дома, и мне не нужно какое-то более объемное, какой-то сильно объемный покрытие. Поэтому я беру кисть Flat Kabuki. Только я ей пользуюсь, когда пользуюсь этой основой. То есть только этой кистью. Или спонжем, или этой кистью. И, ну, в принципе, и сами знаете. Просто набираю, и тогда начинаю... вбахивать внутрь. Сегодня я не буду под глаза класть консилер, и я поэтому сюда и заношу и тональник. Так, упала моя это самая, как называется? Ну, спонжик. Девочки, я знаю, что вы меня очень часто просите делать такие видео, но вы знаете, на самом деле это не так просто делать. Видео с макияжем. Как бы просто это не оказалось. Ну что, основу я нанесла. Какой-то обратила внимание, что у меня фингал под глазом появился. Ну ладно. В общем, ну как-то так. Видите, она абсолютно как бы выглядит натурально. Не что там вау. И вроде все мои эти части, которые нужно замаскировать, оно замаскировало. Теперь, да, теперь я, наверное, сделаю брови.
беру свой от MAC цветной гель. Я забыла щеточку, которыми расчесать брови, поэтому буду наносить супер аккуратно. А ничего особенного не делаю, но вы все знаете, как это делать. Это все очень просто. Просто беру и наношу. Обычно я еще, знаете, расчесываю это все дело щеточкой, но я уже так хорошо уселась, и мне так лень вставать идти приносить щеточку расчесать, поэтому будь оно как будет сегодня. Главное, снимаю видео, и будь оно как будет, понимаете, ужас. Нет, по-моему, я немножечко с ним переборщил, поэтому мне срочно нужно пойти и принести щеточку расчесать. Потому что он сейчас сразу подсохнет, и щеточкой, когда расчесываешь, она все снимает, все что не нужно. Итак, я принесла самую обыкновенную щеточку, и когда мы уже брови подсохли, мы их теперь возьмем и все излишки. И если я где-то заехала, хорошо расчешем этой щеточкой, она все, что нужно и не нужно, снимет, оставит брови самыми такими быть натуральными. Теперь давайте нанесем бронзер. Итак. Бронзер. Сейчас я буду пользоваться бронзером Hoola, с которой у меня любовь заново случилась. Знаете, как бывает, мы друг друга любили, потом мы сильно поссорились, и теперь мы опять друг друга полюбили. В общем, короче, не знаю, в последнее время мне Hoola нравится. Не ругайте меня строго, потому что я всегда на Benefit говорю плохие вещи. Но не знаю, Hoola мне в последнее время понравилась, поэтому я беру вот эту миниатюрку, беру Hoola, беру такую маленькую кисть, хорошо-хорошо как бы наношу, и сейчас мы будем чертить мое лицо. Ну, в общем, короче... Это все знают, как делать. Беру, наношу вот этой тоненькой-тоненькой кистью. Наношу сюда. Как говорится, да, красота – страшная сила. В общем, сначала я просто наношу. Хочу купить такую плоскую кисть для того, чтобы корректировать свой нос. Да, Дона, тебе со мной скучно? Донка здесь лежит, рядом спит. Вздыхай, так сложно. Типа, мама, с кем там разговариваешь вообще? Что ты делаешь? Давай лучше поспи со мной. То и после того, как я нанесла, значит, все, вот такая вот я разукрашенная, я беру... Так, опять еще одну кисть забыла взять с собой. Это ужас. Вот видите, почему я не люблю делать эти видео? Все с собой забываю. В общем, беру вот такой вот кисть, который люблю растушевывать бронзер. Это у меня Buffing Brush Real Techniques. И просто начинаю баффить. И просто, короче, начинаю растушевывать вот таким вот круговыми движениями. Ну и все. Короче, это вы все знаете, как это делать. Хорошо-хорошо растушевываем. Делаем троечку здесь, растушевываем тоже. Нос мой тоже растушевываем. Кстати, хотела вам еще сказать, что когда я растушевываю, я обычно вот то, что снизу, я его как бы на шею провожу тоже вниз, потому что у меня очень разные оттенки шеи с лицом. Очень сложно вообще подобрать мне оттенок, чтобы он сочетался с моей шеей. У меня тело намного светлее, нежели моя кожа на лице. И даже самые светлые оттенки всего-всего-всего не делают сочетание. Я не знаю, заметно это на камере, незаметно это на камере, но вот так вот оно. Приходится мне шею все время пудрить тоже. Теперь из той же палетки я беру Королисту и наношу ее. Многие считают Королисту летним вариантом, но я люблю ее зимой, потому что я ее люблю с бронзером. Она хорошо идет для меня с бронзером, и наношу, в общем, Королисту. На щеки этой же кисти буду носить, другой кисти нету. Не взяла я, где-то она там сзади лежит. В общем, она такой. В общем, Королиста, знаете, по-моему, самые удачные румяна для меня лично. Такие персиковые румяна, самые они удачные, они мне нравятся. Хорошо держится, в общем, да. Ну, в общем, все. С тоном мы закончили. Теперь мы приступаем к глазам. Глаза. Глаза сегодня буду пользоваться самое свое любимое. В общем, беру свою базу от Too Faced. Девочки, совсем немножко, даже не то, что горошинку, ну, совсем чуть-чуть. Вот буквально, вот я не знаю, видите, совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Так. И вот так. И также нижнее веко тоже провожу. Обязательно. В общем, мне база для теней нужна обязательно. На мне ни одни тени не будут держаться без базы, какие бы они самые крутые ни были. Без базы у меня все плывет буквально через несколько минут. И буду пользоваться своим любимым чобистиком, который просто супер для цвета моих глаз. Это номер 02 Lotto Latte, который в Израиле, к сожалению, не продается. Но, может быть, вы его можете на strawberrynet.com заказать, я проверю. Я вам ссылку оставлю, если там можно заказать. И, значит, беру и наношу карандаш очень просто.
В общем, это такой карандаш, чабистик, я как бы особо не заморачиваюсь. Это такой, как вам сказать, макияж для ленивых, как я. И просто беру его вот так вот наношу на все подвижное веко. И теперь также на нижнее веко. Надеюсь, вы видите. Теперь немножечко в уголок побольше. И если я вижу где-то что-то, я замазала, и что-то мне не нравится, я эту кисть уже убрала, я беру той кистью, которую я наносила, ну, консилер, и размазываю. Если кисти нет, берем пальцы, девочки, иду в пальцы, идут в ход, и просто пальчиком мы немножко растушевываем границы. Так, мой макияж, он макияж для ленивых, потому что я глаза красить не люблю. Я это 100 раз уже вам говорила, я люблю губы красить, а не глаза. Ну, в общем, но эти чабистики, это, конечно, для ленивых, как я, просто спасение. Кушай, я обожаю этот чабистик, ну, замечательный. А цвет у него, цвет, знаете, это, по-моему, такой бежево-коричнево-таупи холодный цвет. Просто супер, ну, как мне кажется. Ах, я люблю этот цвет, что могу сказать. Ну что, вроде я все нанесла. Опять же, девочки, особо не запариваемся. Я, видите, как... Если где-то что-то... С кисточкой то я просто лохматый, ей немножечко удобнее, более удобнее растушевать. Можно любой кистью для растушевки эти границы растушевать. И теперь я беру тушь Гурмандист в новой формуле. Мне кажется, эта формула немножко отличается от предыдущей. Я не знаю, поправьте меня. Но мне так кажется. Она более какая-то менее объемная, не знаю. Мне так кажется, или она действительно... В общем, я наношу тушь. Тушь я всегда наношу зигзагами. Да, знаете, вот так вот. Типа, берешь и вот так вот. Раз, два. Влево-вправо. Влево-вправо или вправо-влево. И как бы прокручиваю немножко кисточку. Тогда мои ресницы как бы поднимаются вверх. У меня очень тонкие реснички, как и волосы, поэтому их это забивает. Ну, каждый для себя подбирает свой способ накрашивания ресничек. Я всегда прокрашиваю также нижние реснички. Я знаю, что такие есть девочки, которые этого не делают. Я люблю, когда мои нижние реснички очень хорошо прокрашивают. Кстати, еще хочу сказать по поводу этой туши. О, я заехала здесь. Ох ты ж, блин. А я люблю ее наслаивать. Это тушь, которую я люблю, чтобы было слоя, наверное, слоя. Слоя. Слоя 3 где-то так. А она тогда больше эффектнее выглядит, нежели один слой. С одним слоем как-то она менее эффектнее выглядит. Ну что, реснички я тоже намазала. Более или менее как-то так, потому что тушь это дневная и ношу ее на день. Теперь надеваем очки. Мне же надо себя видеть хоть немножечко. Ну вот, одела очки. Теперь вы можете подобрать несколько вариантов для этого макияжа в плане помад. Можно закончить так и взять, например, вот у меня есть такая шанелевская помада. Такого бежевого оттенка. Давайте вам внизу покажу. Ну, она... Видите? Ну, просто такие, как бы, отблеск на губах. Может быть, кому-то нравится просто нюдовый вариант, и тогда этот макияж вы можете его, как бы, просто каждый день так ходить. В общем, вы сами решайте, как я сказала, это у нас будет видео просто макияж. Вот, а я буду использовать яркую помаду, как я люблю. Я возьму вот такую вот помаду от Givenchy. Это мандарина Болеро номер 304, это их матовая коллекция. Но она, конечно, не матовая, одно название, только матовое. И нанесу ее. Она такого, знаете, оранжевого цвета, я не знаю, как она будет передаваться. Вы знаете, что моя камера не передает оранжевые цвета, она их передает почему-то как красный. Так что сразу вам говорю, что это оранжевая помада. Ну что, как-то так. Помаду я нанесла, можете даже уже на камере, по-моему, видно, что она матовая, но она никакая на самом деле не матовая, она такая с таким переблеском, она очень хорошо, ну, мои лично губы увлажняют, потому что вы знаете, что я люблю супер сухие помады, и для меня это просто помада увлажнения, а никакая не матовая. Ну вот, на этом весь мой макияж, в принципе, и закончился, вот такой вот получился у меня макияж, какой-то вот такой вот простой, очень-очень-очень часто именно с таким макияжем я снимаю для вас видео, вы меня очень часто спрашиваете, что я наношу на глаза, вот именно этот чабистик я наношу на глаза, у меня еще есть один чабистик с фиолетовыми оттенками, с которыми, который, когда его наношу, он тоже такой приглушенно-фиолетовый, нет, даже не фиолетовый, а лиловый, наверное, и вот
с ним я более такие розовые помады люблю носить. А с этим чабистиком я люблю носить или вот такие вот оранжевые более помады, или какие-то нюдовые. Или просто без помады. Ну и с красного тоже хорошо идет на самом деле. Ну какой-то вот такой вот макияж. Не знаю, скажите вы мне, что вы думаете. Вы так долго просили у меня, чтобы я сняла такое видео, так что вот, пожалуйста. Я сняла. Все продукты, что я сегодня использовала, я оставлю в инфобоксе внизу. Но я всегда-всегда что-то забываю, так что не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, что я использовала. Я обязательно вам отвечу. На сегодня все, увидимся очень скоро. Пока. Всем привет! Сегодня буду делать видео по вашему запросу, о котором вы меня спрашивали не раз. Я решила наконец-то собраться с мыслями его сделать. А за окном сегодня у нас идет снег. Вы представляете?